Всем привет, с вами Тормод, и мы продолжаем играть в RimWorld. Ну что ж, переходим к игре и начнем. Так, на чем мы с вами остановились? Чуть-чуть побыстрее сделаем и смотрим. Ага, так, я пытаюсь вспомнить, что у нас было. Стол не подписан, потому что если только кто-то будет в комнате, он включится. Это очень хорошо. Да, так бы сделать и на остальные комнаты, но пока ладно. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, Мин, ты у нас... покажи. Плащ шкуры Муфала. А, точно. Это было только что, как я загрузился. Да, вот все сейчас несут и скидывают одежку. Я просто выставил им, сейчас скажу. Мне надоело, что они носят рваную одежду. Алёша вообще без одежды, да? Ну, не досталось тебе. Вот. Что именно я сделал? Я изменил назначение одежды и поставил от хорошо, ну, наверное, даже не от хорошо, от нормально. Целостности от 40%. Вот. Вот. Нормально еще... Это нормально. Вот. Поэтому они у нас сейчас быстренько переодеваются. Переодеваются и продолжаем заниматься обычными делами. И сегодня я хотел бы... Где у нас Сейди? Сейди, скажи мне, как твои дела? Боевая женщина. Шапку в руке несет. Она, видимо, ее скинула, когда я поменял. И не одела. Ладно, ладно, ладно. Ничего страшного, Сейди. Так, тебе есть что одеть-то? Я не хочу, чтобы вы у меня голые бегали. Нет, тут еще все нормально. Хорошо, 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 хорошо. Да, все потихонечку... Ну, по крайней мере, она без головного убора, и я теперь вижу, что это девочка. Хорошо. Я хочу медведя завалить. Вот, честно сказать, очень хочется отправить Сейди и сказать ей: Сейди, завали медведя. Мяса в нем много. Да, гризли может побрыкаться немножко, но это ничего. Вот тут есть второй мишка. Если что, мы и второго попытаемся забить. Так, а что у нас с Анжеликой? Ух, я смотрю, почему-то она не горела только что. Так, тут у нас потихонечку идут работы. Это тоже хорошо. Здесь еще ничего не убрали. Кстати, вот этот кусок металлолома тоже уберите, пожалуйста. Ну, надеюсь, они все вынесут. Анжелика у нас расслабляется. Здесь у нас по заказам... Ой, не то выбрал. По заказам... Так, 8 из 5 пуховиков хватает, курток не хватает. Штанов 6 из... вязаных шапок. Плащей. Давайте туник несколько закажем еще. Пуховики пока что не нужно. Давайте новую еще какую-нибудь одежду закажем. Это будет у нас какая-нибудь штаны. Повторять до... 5 есть, еще 5 сделать. Великолепно. И еще добавить... это у нас были штаны. Футболку или рубашку. И то прикольно. В принципе, давайте сделаем футболку. Тоже повторять до 10. И также рубашку. Если что, все пойдет на продажу. Так, до 10 рубашек у нас вообще нету. Вот, надеюсь, что они сделают хорошие рубашечки. Так, Анжелика, чем ты у нас сейчас занимаешься? Мне вот интересно. Ага, ты бежишь... А, ты все полами занимаешься. Замечательно, скоро у нас здесь ванна будет красивой, красивой. Конечно, ее бы кафельной плиткой какой-нибудь отделать было бы прикольнее. Такой, блин... кафельный пол, но такого, к сожалению, пока нету. Дальше. Человек щитом носит оружие. Это у нас Марина, да? Ты у нас щитом.
Звучит это не очень хорошо. Не назначено исследование. И у охотника нет оружия дальнего боя. А, Свелф, ничего страшного. Ты пока что как охотник мне не нужен. У нас с Эдди все выполнит сама. Так, ну вот. Вот, все, полы доделаны. Алешенька моется. Вилкерсон тоже моется. Вилки. Вилка. Замечательно. Никаких у вас тут нету. Сейчас давайте социум. То, что его, например, кто-то увидел, что он голый там валяется. У них же это такое бывает. Нет, друг, знакомый. А где это было? А, вот. На холоде, плохое настроение, общая спальня. А, да, Вилкерсон, ты же у нас точно с Феллом вместе спите. Да, нужно тебе организовать новую спальню, пока у нас весна. Да, началась весна. Снег хотя еще не растаял, но все равно. Нам нужно попытаться попробовать сделать какие-нибудь... Ох, заготовки, во-первых, еды. В первую очередь, потому что дожди скоро начнутся. Это в первую очередь заготовки. Сейчас он, наверное, пойдет на медведя, да? У меня такое ощущение, что он, что... Да, скорее всего, она пошла на медведя. Вот, видите, два медведя здесь поблизости. Ну, давай, близко-то очень подходить не надо. Да блин. Ай. Сейди, Сейди. Тебя так съедят. Месяц с правой руки отрезан. Ну еще бы. Нет, она не выстрелит. Вот так вот. Вот только вручную, а до этого она не понимала. Ладно, без мизинца, левая ступня, укус гризли зубы. Ох. Ну что, мизинец-то мы тебе подправим. Дебилизм. Так, иди сюда. Сейчас второго медведя завалишь и давай даже вот тут. Молодец. Гризли здесь умер. Да, сражен. Все, забираем эти два куска мяса. Иди лечись. Забирай его и неси. Блин, палец ей откусили. Заразы. Бедная Сейди. Я надеялся, что она все-таки лучше справится. Помните, как в прошлый раз она медведя лихо завалила? Ну ладно, сейчас она ляжет в больничку, подлечится, перебинтует ей палец, а мы с вами начнем изучать. У нас как раз Мин. Мин, чем ты занимаешься? Мин, а чем ты у нас занималась-то? Разделывает. Что ты разделываешь? Она пошла за едой. Ладно, тоже хорошо. Это, видимо... Это да, это... Я все, я понял. Это Сейди так охотилась. Вы видите, не добила и ушла. Ладно, понятно. С этим все ясно. Так, здесь у нас еще есть немножко дичи. Страусы, волки. Страусы, это, кстати, хорошо. Так, что тут у нас? Бобры приперлись. Давайте посмотрим. Бобры. И сколько вас тут? Бобры. 7 бобров? Да, 7 бобров. Эх. Ну, бобры тоже неплохо. В принципе, почему бы и... Эх. Гризли мстит? Какой гризли мстит?
кому он мстит? Это да, это старое сообщение, когда он еще пытался мстить. Так, Сэйди, надеюсь, Дейнерис тебя подлатает. Да, она как раз бежит. Ну, написано у нее лечит Сэйди. Где она ее лечит? Дейнерис, ты где? Ага, бежит, бежит, бежит. Бежит, возьмет сейчас аптечку и будет перебинтовывать ей пальчик. Ну, я смотрю, у нас немножко комбикорм естся. Это хорошо. Так, ты у нас куда тут? Ага, Алешенька, ты у нас все одежку шьешь, да? Или нет? А нет, смотрите, он решил у нас патроны сделать. Патроны это хорошо. Металл принесли. Что еще у нас тут происходит? Дерево несут с Фелф. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Только я единственное не понял. Ты у нас... Так, ты перебинтованная или нет? Давайте-ка мы выберем Сэйди. Ее сейчас кормят. Давайте мы посмотрим здоровье. Как тебя перебинтовали? Качество 95%. Неплохо. Мизинец, конечно, придется... Мизинец правой руки. Мизинец придется заменить. Пополнение? Лондон? Здравствуй, Лондон. Ты кто такая? Женского пола. Возраст 32 года. Хорошо, ладно, 32. Художник, чиподел. Ладно, строительство. О, мне нравится ее строительство, поэтому, возможно, она тоже будет строить. Конечно, очень хорошо. Ух, у нее искусство. Но я уже знаю, кто у нас будет всякие скульптуры ваять. Все остальное не важно. Да. Так, и, конечно же, с присоединением нового члена семьи возникает еще один вопрос. Чем его кормить и где ему спать? Так. Придется все-таки сейчас кидать силы на новую комнату. Новая комната. Хорошо. Анжелика спит. Понял. Ладно, тогда не будем ее тревожить пока. Надо бы вот эти комнатки уже оборудовать. Мы даже если получается здесь одного, здесь второго поселим. Я, наверное, думаю, мы даже сразу же будем делать двойные кровати. Селить одного человека, но ставить двойные кровати. Они найдут себе вторую половинку, и мы их как раз поселим вдвоем. Так будет удобнее. Так, еще я хотел кое-что сделать. Вот покрытие, выровнять пол, наверное... А, здесь нечего выравнивать. Это просто земля. Да. Травку... Ну, ладно, козел съест. Козел, он вон, гуляет, съест. Хотя скоро уже на улице травка появится. Он уже потихонечку появляется. Все оттаивает. Весна все-таки на улице. Сколько там? Ну, да, минус 3. Весна. Оттаивает. Точно. Так, Вилкерсон, скажи мне, солнышко, ты у нас подметаешь или нет? Чем вообще ты занят? Перезаправляет камин. Маленький известняка. Ну, это тоже неплохое дело. Потому что кому-то же надо этим заниматься. Потом будет подметать. Так, Сэйди полностью здорово. Давайте посмотрим, что у тебя. Работа ослаблена, эффективность 90%. Да, конечно, пальчик, 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 пальчик отрубили. Откусили пальчик. Ну, зайка, не надо было рукой ему в пасть лазить. Но я понимаю, что от нее это мало что зависело. Я бы мог бы и чуть-чуть подальше ей сказать встать. Но не получается. Ну, не будем переигрывать уже этот момент. Ничего страшного. Хорошо. Давайте закажем. Все-таки у нас Лондон, надо где-то спать. Нам нужно заказывать потихонечку вещи. Предлагаю поставить мебель. Большую кровать.
двойную кровать из сланец, мрамор, известняк. Сколько там требуется? 70 известняка. Интересно, а на внешний вид это как-то влияет? Кровать из известняка. Давайте посмотрим. Укрытие 40%, это мне не важно. Прочность, хорошо. Комфорт 0,75. А если мы, например, тебя сделаем не из известняка, а, например, из мрамора? Комфорт 0,75. Ну, в принципе, никакой разницы особой нету. Что мы с вами потратим? Давайте сланец. А из сланца какая у нас будет? То же самое, 0,75. Пускай будет из сланца кровать. Так. Повернем ее и... Блин, я хотел тебя поставить где-то ближе к центру. Или вот так вот даже поставить. О, вот. Мне нравится. Вот так. Стойки пока не будем. Большой стол, маленький стол. Маленький стол поставим в этот угол. Да, дерева нету. Особо сильно тут не разбежишься. Деревянные стульчики. По две штучки. С электричеством. Энергия. Выключатель. Давайте сделаем вот так, так, и по кабелю, вот тут. А потом к ним нужно будет подсоединить лампочку, и лампочку я предлагаю поставить вместе с тумбочкой. Где у нас тумбочка с лампочкой? Вот она, тумбочка с лампочкой. Ох, не туда ты собираешься подсоединяться, я бы вот сюда тебя подсоединил, но ладно. Давайте покрутим тебя. Вот так. Потом мы тебя попробуем пересоединить, чтобы ты лучше стояла. Дальше. С другой стороны тоже поставим комодик. Здесь у нас одежный шкаф. Или мы одежный шкаф, кстати, вот тут можем поставить. Не будет ли она мешать, чтобы в нее ложить что-либо? Может и будет мешаться. Давайте вот таким образом. Вот такая у нас получилась комнатка. Здесь будет лампочка светить. Выключатель, да. Теперь... Приказы. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне нужно, чтобы это было выше, чем хорошо. Точнее, хорошо или выше. Анжелика, я уверен, что справится. А вот новая Лондон. Кстати, мы тебе не назначили, чем ты будешь заниматься. Ух, ты не можешь ни носить, ни убирать. Все, ты себе подписала приговор быть шахтером. И изредка строителем. То есть, в первую очередь ты шахтер, во вторую очередь ты строитель. Охотником ты никогда не будешь. Это все по единичке ставим. Пациент, отдых, оператор. Ученым тоже тебе не быть. Единственное, что фермером можно тебя попробовать, чтобы ты приобретала навык фермерства. Давайте поставим... Нет, двоечку. После строителя фермер. То есть, если нечего строить, то занимаемся фермерством. И по поводу ремесленничества. Вот, ох, нет. Ты хоть и можешь этим заниматься? Ремесленница, художник. Ну, считайте, это та же самая двоечка. Или поставить здесь единичку даже. Да, если нигде не требуется, то уже потом строитель и фермер.
попробуем так вначале. Может быть, я, конечно, неправильно все поставил, но попробуем так. Так, хорошо. Сфелф у нас заправил. Все заправлено. Топливо 46. Ну, не так уж и много, как хотелось бы. Нормально, хорошо. Так, я слышу выстрелы. Так, что это у нас было? Носит рваную одежду, неназначенное исследование. У охотника нет оружия дальнего боя. Это не страшно. Это все не страшно. Пускай пока что спят. Сэйди охотится. Алеша клепает одежду. Ну, сейчас в данный момент не клепает. А нет, какие одежду? Патроны. И даже прямо сейчас это делает. Ух, слушайте. 75 металла. Как с куста. Оп. И 200 патронов есть. Кстати, это замечательно, потому что это как раз для вот этой турельки. Да? Давайте мы кого-нибудь выберем. Например, Алешенька. Занять турельку. Давайте попробуем. И вот сейчас он побежит ее, наверное, перезаряжать. Правильно я тебя понял? Да. Да, сейчас он 50 патронов в нее зарядит. Оп. Молодец. Что ж она в эту сторону-то повернута? Ладно, так. Что тут такое? А, это камушки так выглядят. Ладно, Алешенька, все, я понял. И это была проверка. Все, можешь отдыхать. Можешь отдыхать. Так, Мариночка у нас разделывает. Кстати, комбикорм-то уменьшается, смотрите. Комбикорм уменьшается. Медведя разделали. Клубники почти не осталось. Но клубника у нас... Скорость роста 100%. Все замечательно. Клубника растет. Но на такую ораву нам этой грядки уже точно не хватит. Так, Лондон, ты куда пошел? А, ты у нас же шахтер. Молодец, молодец. Шахтеришь. Так, второй медведь у нас где? Его уже забрали? Наверное, да. Забрали и... Добили. А вот еще медведь есть. А вот бобры, кстати. По поводу бобров. Мне кажется, бобры... Ух, почему сухпайки до сих пор никто не забрал? Лондон, ладно, моешься. Вилка, чем занимаешься? Кушает. Да, ест простое блюдо. Поднять сухой паек 6 штук. Все, иди сюда. А то он там валяется. Мне, честно сказать, это очень не нравится. По поводу бобров. Всего 2 бобра осталось. Альфа-бобры. Видите, я выбираю всего 2 штучки. Может быть, остальные куда-то убежали. Но с альфа-бобрами как-то все стало плохо. И то ли их съели. А ведь могли. Кому-нибудь что-нибудь не понравилось. Ух, тут сколько всего валяется. Никому нахрен не нужно. Ну, потому что ужасного качества все. Плохо. Вот это хорошего. Вот хорошая винтовочка. Ребята, тоже заберите. Ну, да, нам нужен кто-то отдельно носильщик. А вот, кстати, я знаю, кто, скорее всего, съел. Укус альфа-бобра. Да, я даже не сомневался. Вот кто покусан был альфа-бобрами, поэтому альфа-бобры поредели. Так, нужно медведя тоже завалить. Я думаю, Сэйди, ты куда у нас сейчас идешь? Ты на кого охотиться собираешься? Все хорошо? Нет, давай-ка мы тебя отправляем сюда, к медведю. Попробуй еще раз медведя завалить. Надеюсь, что на этот раз у тебя получится лучше.
сейчас мы как-нибудь встанем вот тут даже за кучкой. Блин, не дострельнется. Если он далеко отойдет, то не дострельнется. По крайней мере, ему вплотную к нам подходить будет немножко тяжелее. Так. Перезарядись. Да, вне зоны поражения. Давай вот сюда. Да блин, и тут вне зоны поражения. Блин, дробовик слишком близко стреляет. Миша, иди сюда. Сейчас он рванется ко мне. Да, вот сейчас. Ладно, пробуем еще раз. Молодец. Ничего тебе не откусили? Нет, не откусили. Замечательно. Забирай тушу. Забирай. Миша нам понадобится. Конечно, ты не так быстро теперь ходишь. Да, а нет, только работа, а у нее движение все хорошо, все, с движением все хорошо. Так, бобры тут все едят, это ничего страшного, я думаю, с голодухи и бобров тоже кто-нибудь съест. Ладно, надо еще, может быть, давайте на страуса тоже будем охотиться. Страус тоже мясо. Вот тут индейка, кстати, почему бы нет? Индейка, страус. Страус эму притом. На улице 4 градуса страусы бегают. И каждый раз об этом это вспоминаю. И, по-моему... Так, здесь их тоже не убили. Так, нервный срыв, замешательство у Алёши. А, нет. У Сфелфа. Сфелф, ну ты как всегда. Что тебе не понравилось? Нахрена ты на улицу пошел? На улице... Не все так красиво, как кажется. Да, нам нужно улучшать. И Сфелфа, конечно же, выселить. Или Вилкерсона выселить в другую комнату. О, смотрите, здесь уже у нас появилось. И можно переподключить. Ай. Вот. И здесь делаем включить только по движению. Хорошо. Замечательно. Это мы с вами сделали. Кто чем дальше занимается? У нас по входу еды мало, да? Всего 6 комплектов еды. А Биг Мак у нас чем сейчас занимается? О, Биг Мак вообще... Да, он социально расслабляется. Ох, ладно. Ладно, поселение растет. Лондон. Сфелф оправился и возвращается. Молодец, молодец. Молодец, что оправился. Я за тебя безумно рад. Биг Мак. Зачем тебе сюда идти? Ты решил там отдыхать, да? Ух. Вечеринка типа. И такая пробежала. Ай, молодец, добытчица. Хорошо, ну что ж, с мясом у нас все пока что потихонечку. И я бы даже сказал, хорошо. Осталось совсем немного. Уже весна, четвертый день. Комнаты, кстати, медленно делаются. Очень медленно. Это, видимо, из-за того, что недостаток дерева. Давайте закажем еще дерево. Так, приказы, срубить. Что тут у нас есть срубить такого? Давайте вот тут позаказываем. И потом будем пытаться перерабатывать вот это все на металл. Давайте вот так вот. Ну, я уже так подальше выбираю, потому что у нас поблизости деревьев-то не осталось. Я скоро приду к выводу, что нам бы, может быть, действительно самим начать выращивать деревья.
Ну, конечно, не здесь. Но какую-нибудь такую большую площадку сделать. И там деревья высаживать. Чтобы у нас постоянно было дерево. Огородить его маленьким заборчиком. Вот таким вот. Не нужно такими большими стенами. А просто маленьким заборчиком. И собирать. Собирать дерево там. Ну что ж, все уже улеглись. Давайте мы на этом сегодняшнюю серию закончим. Я понимаю, что в принципе у нас ничего не произошло, кроме как присоединился к нам Лондон. Лондон. Чиподел. Ну, чиподел, это... Посмотрим, что может сделать. Так, Пикмак и Анжелика, как всегда. Ну, это хорошо. Социальная жизнь, это замечательно. Да, давайте, наверное, закончим сегодняшнюю серию. Всем огромное спасибо. С вами был Тормод. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем огромное спасибо. Всем пока.